В октябре 1924 года на заседании Полесского краеведческого товарищества было принято решение об открытии в Пинске Полесского музея. Примечательно, что впервые идея открытия музея в нашем городе появилась в 1910 году, однако военные и политические события тех лет помешали этому свершиться. Но спустя полтора десятилетия музей появился. Зоной его деятельности стали несколько поветов Берестейского воеводства – это Пинское украинское Полесье. Именно в этом регионе были собраны самые старые уникальные коллекции этнографии, археологии, нумизматики и природы. Они и были представлены на самой первой музейной выставке в июле 1926 года. Эту дату и принято считать днем рождения музея. Отмечая 90-летие музея Белорусского Полесья, его сотрудники подготовили специальную выставку. Эта выставка у нас будет работать, мы надеемся, на протяжении нескольких месяцев, чтобы как можно больше посетителей, друзей музея увидели эти действительно очень ценные экспонаты, потому что здесь и история, и музей, и здание, и тех сотрудников, которые здесь работали и отдали большую часть своей жизни этому делу. Через экспонаты выставки можно проследить всю долгую историю музея. Здесь представлены архивные документы, фотографии основателей, первых сотрудников, самая первая вывеска музея и множество других предметов-символов прошлой эпохи. В день открытия выставки фонд пополнился еще одним экспонатом. Им стала деревянная фигура, выполненная художником и педагогом Евгением Луковым. Выставка будет доступна для просмотра на протяжении нескольких месяцев, чтобы каждый мог ознакомиться с историей одного из старейших музеев Беларуси.